сегодняшнего дня начнутся субботники, приуроченные к предстоящим праздникам. На данный момент вывезены снег и наледь. По новообъездному шоссе сторонними организациями на полигон складирования за апрель вывезено более 4000 кубометров. Всего за этот месяц на полигон принято около 9000 кубометров. Задействована вся техника Якутдорстроя и Инженконсервиса. Территориальными органами ведется слаженная работа с организациями и предприятиями. Максимальное количество собранных мешков зафиксировано в промышленном округе, а общий централизованный субботник в Якутске состоится 29 апреля. Территориальным органам, да, выдаются талоны именно на прием твердых бытовых отходов, где Жилкомсервис уже бесплатно принимает собранный мусор. То есть после убранного мусора складировать прямо на улице, Якутдорстрой подбирает и в полигон.